Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим видеорегистратор от компании Hewlett-Packard, модель F510. Видеорегистратор поставляется в фирменной коробке. Максимальное разрешение Super HD. Давайте посмотрим комплектацию. Так, первое, что у нас встречает, это крепление на присоске с поворотным шарниром. Зарядное устройство. Зарядное устройство идет с дополнительным USB выходом. Длина около 5 метров кабеля идет. Инструкции, гарантийный талон. Ну и сам видеорегистратор в отдельной коробочке помещен. Вот так вот все выглядит. Глянцевый полностью, по контуру идет soft-touch пластик, и сзади у нас идет 2,5-дюймовый дисплей. Угол обзора составляет 150 градусов, вот у нас включился. Вот так вот все выглядит. Динамик имеется, сверху разъем под крепление. На правой грани мини-USB разъем и также мини-HDMI. С другой стороны слот под карту памяти с фиксатором, он же есть кнопка включения-выключения. И кнопки управления. Снизу серийный номер и также информация о производителе. Производится, собирается в Китае данный видеорегистратор. Так, сейчас мы подключим его и пройдемся по меню. Так, подключили мы видеорегистратор на питание. Здесь у нас есть видеосъемка, фотосъемка, и также сразу можно просмотреть файлы. Давайте в меню зайдем. Просмотр файлов – это первый пункт. Ниже – это настройка даты и времени. Штамп даты и времени на видеофайле. Разрешение видеозаписи максимальное 2560 на 1080, вернее максимальное по кадрам у нас идет HD 1280 на 720, и также мы видим по 30 кадров в секунду 2560 на 1080 и 2304 на 1296, что я говорю, как называется Super HD. Следующий — это разрешение фото, далее качество картинки настраивается, экспозиция, настройка ADAS, настройка монитора, то есть включение-выключение его, и также после записи, начала записи, сколько он должен работать, включение-выключение записи звука, настройка кнопок сигнала, серийная съемка, то есть интервал, который должен быть между файлами 3 или 5 минут, цикл записи. Так, это датчик движения, включение-выключение, настройка датчика J-сенсора, то есть датчика удара. Далее это частота 50-60 Гц или автоматом. Язык, выбор языка, то есть управление файлами, также форматирование, сброс настроек до заводских и о программном обеспечении. Можно посмотреть. Все. При покупке на видеорегистратор распространяется гарантия. Более подробные характеристики и стоимость данного видеорегистратора вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.